А? Сёмушка, заинька мой, обратно пойдем. Пойдем обратно. А ты у меня покакал, нет? Ты сходил в туалет или только сикаешь ходишь? А? Ты сикуля у меня? Сём, пойдем. Иди сюда, зайчик. Ты в туалет-то сходил? Чего ты меня зовешь? Ну там далеко еще ходить, там уже холодно, сейчас темно будет. Пойдем домой. Пойдем, зайчка, пойдем домой. Зайка. Не хочет. Закат уже сейчас маленько дотемнать будет. Пойдем, малыш, пойдем. Слушайте, ну там валит вообще прям снежище. Там, наверное, прям буран. Снегом завалит, наверное. Как-то странно, да? Так интересно. Красиво. Пойдем, пойдем обратно. Пойдем. Не хочет домой мне идти ребенок никак. Пошли, пошли. Сейчас, наверное, придется тебя это пристегнуть. А то сиганешь у меня. Ну, наверное, буду прощаться с вами, а то уже темно сейчас. Видно, ничего не будет. Маленько с вами погуляла, поболтала. Редко получается поболтать. Все, времени не хватает, не хватает. Скоро уже будем утром приходить на работу, потемно идти, приходить потемно. Уже в 4:30 будет темно. Ну и темно, такие сумерки. Быстро. Лето прошло быстро. Лето, кстати, у нас было, август был 50 на 50. Две недели тепло, две недели холод и дожди. То сжигало все первую половину. Просто прям глубоко за 30 было. Прям выжигала земля, сохла. С апреля как начало сушить, а потом дожди пошли. В общем, лето какое-то, то поливали, бегали, в общем, что-то как-то все то одно, то другое. О, как красиво, так люблю облака, такие иногда красивые пируэты там. Так, не ходи туда. Не ходи туда. Не надо туда ходить. Слышь меня? Туда ходить не надо. Не надо туда ходить. Сэм. Я кому сказала? Бельчонок, иди сюда. Иди сюда, там бродячие собаки. Они сейчас укусят. Укусят тебя собаки. Иди сюда. Они злые. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Сэм. Иди сюда. Мышей ловит. Козлом скачет. Иди сюда ко мне. Котик. Котик, котик, мяконький животик. Иди сюда. Мама как будто вообще не с тобой разговаривает. Белка. Ой, бельчонок. Зимой так интересно. Ловит мышей этих. Вот как лисы ловят, так прыгают. И этот также. Только шум стоит, ловит. Ой, не звездякнуться бы.
Иди сюда, котенок мой. Ой, нет, что-то я зря сюда потопала-то. Сэм, иди сюда! Нельзя! Сейчас подморозит все. Иди сюда! Так, ко мне подошел. Иди сюда ко мне! Сэм, ко мне! Сэм, ко мне, сказала! Я сейчас ругаться буду. Иди сюда. Надо пристегнуть его. Так, иди сюда. Ко мне. Иди сюда. Иди сюда. Так, ко мне подошел. Ко мне. Иди, иди, давай, иди. Иди сюда. Ты меня слышишь, не? Или оглох на два раза сразу, на два уха? Ну, ладненько, всем пока. Спасибо, что смотрите. Сейчас пристегну его и потопаем до дома, пока более-менее светло. Вот у меня это куриная слепота, я в темноте еще ничего не вижу. Так, иди сюда. Ладненько, всем пока.